ميكروفون ما سطروه برا ممكن لما ده ميكروفون ما كده بس ممكن اسمه كده هيك كده الميكروفون بس صوت بتاع خلاص طلع يبقى ايه ده كده ممكن يديانا بلا ما عليه انت كنت مين كنت شايف كنت شايف انا مش كده ممكن Пожалуйста, пригласите человека на сцену. Вы обещали очень. Я тоже могу спуститься. Пожалуйста, пригласите. Это пожалуйста, пригласите человека на сцену. Вы его обещали спустить на сцену. Пригласите человека. Тауш көтеруге тұрған деген тәбет еш органдарын тамамлап бітей. Основание чего тебя чопывает? Аңнамай, брат. Куда за тебя? Большин. Куда? Эй, эй, Еве, полуна, ал. Ал полуна. Изделегат пара, изделегат пара. Избранный. Избранный, Бахури Райна. Башкорт и Жмана. Я попросил слово, мне дали. По пути к сцене меня забрали. Если магазинчик. Ладно, хорошо, пожалуйста, пройдите. Фамилия? Минуту, пройдемте, пожалуйста. Эй, тут он, я на ваш нейл, эй. Машкурт-то. Вот здесь поговорим, давайте. Где я? Я его могу. Пройдите, пожалуйста. Илмир, сіз нәрсе деп сұрадыңыз? Хуй мұрағали, не хуй берділе. Нәрсе нәтірейдіңіз? Келсен бай, хуй берді. Тебен делегаттарды хайлағанлары не бетінде? Бәді ебермәлі. А зачем вы его, на основании чего вы его проводите? Вы его задержали, что ли? Наглым образом, менің делегаттарды... Все, отпустите. Башқұртса әлі, башқұртсы ғым мені? Нет. Татарса или татарова? Пойдемте, пожалуйста. Пойда. Он задержан? Ну все, тогда зачем вы руками трогаете? Беседуйте с ним. Организаторы обратились к нам. Давай, пожалуйста, разберемся сейчас. Ну все, давайте здесь разберитесь. Он шагом, пожалуйста. Нет, а зачем вы трогаете, раз вы не задержаны? Нормально попросил, куда? Зачем? Вот сюда, блядь. Основание. Группа разбора машины служебной. Пройдемте, пожалуйста. Давайте, пожалуйста. Давайте, пройдемте, пожалуйста. Майор. Пройдемте, пожалуйста. Пройдемте, пожалуйста. Зачем? Это нормально. На основании чего его? Обращение поступило. Обращение. Какое? Организатора. Ну, он избранный. Ну, а ты мужчина, не надо меня трогать. Ну, пройдемте, нормально же вас спросим. Ну, в смысле, вы меня толкаете, ненормально, пора. Вы сами же ложитесь, зачем вы ложитесь? Вы вместе, руки. Ложитесь, сами стоите. Улыбнулся. Можно, пожалуйста, в соответствии с законом полиции, ко мне поступило обращение. Мне нужно разобраться. Пожалуйста, устное такое обращение. Сейчас письменное будет. Пожалуйста, пройдемте, я вас нормально прошу. Я вас нормально попросил? Все, здесь он тебе правильно сказал формулировку. Пройдемте, пожалуйста. Я же вас нормально же попросил. Фамилия знаете. Две минуты сейчас я вас запишу. Все, не дергайся, он тебе правильно сказал. Фамилия знаете. Башкорт, Ижмасынам. Иди спокойно, иди. Все, он по закону тебе попросил. Все.